Да, конечно, понял, что ему. Итак, у нас победитель нашего конкурса, наша дружная семья. Скажите, пожалуйста, а можно ли вашу семью вообще считать дружной? Конечно. Можно, да? Скажите, сколько лет вы уже в браке? В браке полтора. Полтора года, да? То есть и вы сегодня выиграли у нас самый главный приз, это DVD-плеер. Скажите, пожалуйста, а зачем он вам нужен? Смотреть будем видео свадьбы ребенка нашего. А, здорово. В принципе, да, здорово. А скажите, как часто вы принимаете участие в конкурсе? Первый раз. Первый раз? И так удачно? Да. Надо же. Что сподвигло? Не знаю, так увидела просто конкурс и решила. Мы вообще первый раз выложили ребенка фотографию, я не хотела сначала продать, а потом. Значит, у вас у ребенка не только счастливая рука, которая сегодня вытянула свою же, да, фамилию, но еще и счастливый, как сказать, да, видите, дебют. Точно, дебют, который, да, он понял, что это о нем как раз сейчас говорят. То есть активная жизненная позиция позволила вам сегодня выиграть приз, это здорово. Вы первый раз принимаете участие в нашей группе или вообще первый раз? Нет, в конкурсе первый раз. Первый раз, да, в интернете? В конкурсах каких-то, да. То есть даже не в интернете вообще никогда не принимали, да? А теперь скажите, довольны ли вы подарком? Очень. Очень. Так, и что бы вы пожелали тем, кто у нас, может быть, не принимал участие в конкурсе или принимал, но не выиграл? Ну что, пусть пробуют, участвуют, айдалов и повезет.